Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Игорь Илдашев. И мы начинаем серию видеорепортажей с производственной площадки «Арматурный завод», город Уфа. Мы уже посетили литейное производство «ГЕФЕС», входящее в состав арматурного завода, где вашему вниманию было представлено литейное производство от и до, от модельной оснастки и заканчивая готовыми отливками, лаборатории, уникальным оборудованием и, конечно же, качеством, российским качеством, сделано в России для России. Тем не менее, специалисты «ГЕФЕС» нам поведали, что литье поступает напрямую в арматурный завод. Именно поэтому на заводе «Гефест» вы видели так мало отливок. И именно поэтому вот сейчас мы здесь находимся с Калиным Евгением, исполняющим обязанности главного инженера. И вы видите вокруг нас большие тонны литья, годного литья, сделанного в России, сделанного на заводе «Гефест». Именно отсюда литье отправляется на производственные процессы и в конце становится трубопроводной арматурой производства «Арматурный завод». Но более подробно о качестве литья, о его приемке и, конечно, о самой философии производства арматурного завода нам расскажет Калина Евгений. Здравствуйте, Евгений, рады вас видеть. Начнем наш репортаж именно отсюда. Расскажите, пожалуйста, как здесь организован процесс приемки литья и контроля качества. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, уважаемые друзья. Да, мы находимся на складе литья «Арматурный завод». Именно, как вы правильно заметили, сюда приходит литье с «Гефеста», город Набережные Челны. Именно здесь мы его храним и проводим входной контроль. По поводу качества, хотелось бы сразу отметить, что качеству мы уделяем особое внимание. Все литье, 100% литья проходит входной контроль. Входной контроль себя включает контроль химии, химического состава стали, контроль на скрытые дефекты. Как правило, мы используем для этого магнитопорошковую дефектоскопию. Далее в нашем репортаже, я думаю, мы уже посмотрим, как это проходит. По поводу склада хотелось бы сказать, что здесь у нас находится порядка 300 тонн литья в настоящий момент. Это нам позволяет работать с очень короткими сроками и удовлетворять требования даже самых, если можно так сказать, капризных заказчиков. Игорь. Евгений, если все-таки говорить о основных типах литья, которые к вам поступают, что здесь находится? То есть основной ассортимент продукции сегодня арматурного завода, какой вид товар представляет из трубопроводной арматуры? Я понял ваш вопрос. Здесь находится литье для полной номенклатуры производимых нами в настоящий момент изделий. Здесь представлено литье и для предохранительных клапанов, и для задвижек клиновых, и для клапанов обратных, и для затворов дисковых, и для кранов шаровых. Литье для полной номенклатуры, как я уже сказал, наших изделий. Игорь. Замечательно, Евгений. Если все-таки возвращаться, почему именно вы решили «ГЕФЕСТ», скажем так, включить в свой список производств, а не заказывать литье где-то на аутсорсинге, на стороне? Связано ли это с качеством или с философией предприятия? Игорь, это связано и с качеством, и с философией предприятия. Философия предприятия такова, что мы используем только российское сырье для производства нашей трубопроводной арматуры. И качество, которое дает в настоящий момент «ГЕФЕСТ», нас полностью устраивает. Вы сами были на этом производстве, видели, что это полный цикл. Именно два этих слагаемых, обеспечение качества российского литья, привели нас на «ГЕФЕСТ» и позволили «ГЕФЕСТ» ввести в состав арматурного завода. Замечательно. Евгений, и, наверное, вопрос, касающийся главного инженера. Какие марки стали сегодня вы используете в своем производстве и какие планируются к освоению? Потому что, на самом деле, арматуростроение стоит на месте. Импортозамещение, как говорится, призывает к новым успехам. Да, Игорь, действительно, на самом деле, это так. Мы используем марки стали, как говорится, классические. Это стали 20L, 20GL для холодного климатического исполнения. Это коррозионно-стойкие стали 12H18N9TL. Это молибденосодержащая коррозионно-стойкая сталь 12H18N12M3TL. Также «ГЕФЕСТ» очень мощное, на самом деле, предприятие. И оно позволяет нам отливать, помимо указанных выше, да, марок стали, жаропрочные стали, стали с повышенным содержанием различных легирующих элементов, например, того же молибдена, того же кремния. Поэтому, на самом деле, если говорить о программе импортозамещения, мы можем отлить практически любую литейную сталь и использовать ее для производства трубопроводной арматуры, чтобы опять-таки удовлетворить требования даже самых капризных заказчиков, которые хотят использовать трубопроводную арматуру на каких-то особых специальных условиях рабочих. То есть проблем здесь нет абсолютно никаких.
Именно поэтому, наверное, уважаемые друзья, арматурный завод и включил в свой состав литейный завод «Гефест», чтобы минимализировать сроки буквально там на 2-3 дня по освоению практически в любых выплавке марок стали. Потому что вы наверняка, особенно машиностроители, знакомы с такой проблемой, что, к сожалению, наше литейное производство не всегда клиентоориентировано и оперативно могут реагировать на единичные штучные заказы. Ну, для примера, представьте себе какой-нибудь клапан, который будет применяться на специализированных условиях и будет иметь хитрую марку стали или даже исполнение суперсплав. Сможете как быстро вы его заказать и, самое главное, реализовать и поставить на объект. Вот тут возникает вопрос именно совокупности с энергией таких предприятий, как литейное, машиностроительное, как арматурный завод и «Гефест». Поэтому, уважаемые друзья, я могу срезюмировать только одно. Вот вашему взгляду сегодня представлен склад. Отсюда начинается именно производство арматурного завода. В нашей серии видеорепортажей вы открыто увидите, что значит сегодня российское арматуростроение и функционирование завода в новых современных экономических условиях арматурного завода. Оставайтесь с нами. С вами был Игорь Юлдашев, Калинин Евгений. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч. Дорогие друзья, с вами Игорь Юлдашев, и мы идем в прямой видеорепортаж с производственной площадки арматурного завода город Уфа. Сегодня моим собеседником является директор по качеству Дмитрий Анатольевич Работягов, который более подробно расскажет о уникальном процессе, который происходит на производственной площадке. Это тарирование и изготовление пружин. Арматурный завод собственными силами освоил производство пружин, но более подробно о контроле качества и, конечно, о самом процессе расскажет нам Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич, вам слово. Значит, мы освоили производство пружин собственными силами, собственным изготовлением. У нас есть специальный участок для изготовления пружин. Значит, изготовление пружин происходит таким образом. Производится закупка прутка. Закупка прутка мы покупаем сталь 50 или 51 ХФА, применимую для предохранительных клапанов в наших условиях. Производится входной контроль каждой партии прутка на соответствие химического анализа, на соответствие механических свойств. Затем, значит, после проведения и при положительных результатах, естественно, входного контроля, производится навивка пружин. Навивка пружин производится таким образом: до 16 диаметра прутка навивка идет на холодную, свыше 16 до 32 прутка навивка производится на горячую. Пруток нагревается в штанговой печи и производится навивка. После процесса навивки происходит обрезка пружин, обрезка концов пружин, подгонка их на соответствие геометрическим размерам, на соответствие перпендикулярности, параллельности и определенной высоты. Затем производится термообработка пружин, закалка с последующим отпуском в селитровой ванне. Процентное отношение селитры калиевой и натриевой селитры 50% на 50%. После чего пружины проходят дробеструйную обработку и поступают в лабораторию для проведения испытаний. Тарирование, да? Для проведения тарирования, да, испытаний. То есть на каждый типоразмер пружин соответствует определенная нагрузка, при которой пружина должна дать определенную деформацию. В случае, если это не соблюдается, условия пружина бракуется. Тарировка производится на представленном в данный момент стенде. Стенд этот был закуплен в ПКТБА, то есть рассчитан на весь номенклатурный ряд пружин, которые мы изготавливаем.
То есть здесь производится тарировка, как я говорил, на определенную деформацию, на определенное усилие должна происходить определенная деформация пружин. Значит, если это соблюдается, значит, пружина признается годной и запускается дальнейшее производство. Замечательно. А, Дмитрий Анатольевич, на самом деле, я так понимаю, это производство было открыто недавно вашими силами. Но если говорить о заказах, какие уже уникальные заказы и решения вы могли бы назвать для клиентов, кто уже реализовал арматурный завод? То есть мы изготавливаем пружины, разработанные, уникальные пружины, разработанные нашими конструкторами и технологами. Те пружины, которые широко используются в наших предохранительных клапанах, в чем преимущество наших пружин? Это высокая точность, высокое качество, 100% выходной контроль пружины, полное соответствие их технической характеристик, геометрии и диапазонам, которые указаны в конструкторской документации. Замечательно. Но если срезюмировать, все-таки какие сегодня типа размеры для диаметров предохранительных клапанов вы производите? То есть всю линейку или существуют еще какие-то пробелы, которые вы заказываете на стороне? Нет, практически мы производим полностью всю линейку всех размеров тех клапанов, которые мы выпускаем, 100% линейка. И разрабатываем, естественно, в разработке находятся новые виды пружин и другого диаметра, и, соответственно, других размеров. Спасибо вам большое за презентацию. Уважаемые друзья, я просто хочу срезюмировать, что на самом деле изготовление пружин – это такой следующий эволюционный шаг именно в производстве, машиностроении, освоении предохранительной арматуры. Дело в том, что вот в беседе со многими конечными потребителями указывалось преимущество зарубежной арматуры в том, что именно предел диапазона и перегрев пружин, он именно срабатывает клапан предохранительный тогда, когда ему необходимо сработать. А, к сожалению, некоторые клапаны, они не могут сработать. Я не буду говорить, кто это делает, потому что на самом деле это черный пиар. Но я буду говорить только об одном, что на самом деле это такой шлифовальный круг, который надо постоянно отшлифовывать и идти вперед. Именно в производстве российской арматуры, которая уже сегодня ничем не хуже и не уступает по характеристикам зарубежным аналогам. Спасибо вам большое еще раз, Дмитрий Анатольевич. А мы перейдем дальше, уважаемые друзья, в прогулке по арматурному заводу, по производственному циклу. Ждите следующих репортажей. С вами был Игорь Юлдашев. До новых встреч, уважаемые друзья. Удачи! Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Игорь Юлдашев. И мы продолжаем серию видеорепортажей с уфимского предприятия «Арматурный завод», о котором мы уже говорили и писали не раз. Сегодня моим собеседником будет исполняющий обязанности главного инженера Калина Евгений, который более подробно нам расскажет о производстве и деятельности арматурного завода. В настоящий момент мы находимся на механосборочном участке. Дело в том, что здесь производится не только приемка литья, но и также и механическая сборка. Как вы можете наблюдать, за нашими спинами происходит именно этот процесс. Но более подробно нам расскажет об этом Евгений. Здравствуйте, Евгений. Вам слово. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые коллеги и читатели журнала «Армторг». Рад вас приветствовать на нашем предприятии. Да, как уже сказал Игорь, мы находимся в механосборочном цехе, где происходит сборка предохранительных клапанов, устройств переключающих и сборка блоков предохранительных клапанов. В настоящий момент вы можете видеть, что как раз-таки происходит рабочий процесс. За нашими спинами идет как раз сборка предохранительных клапанов. Мы уже с Игорем побывали на складе литья. Вы побывали на участке механической обработки литья. И сейчас находимся как раз-таки в том месте, куда все это происходит.
Вот на заднем фоне вы слышите как раз-таки приемы сдаточные испытания предохранительных клапанов, да, такие характерные хлопки. Это значит, что наше предприятие работает, живет и развивается. Ну, более подробно мы об испытаниях поговорим с Игорем немного позже, хотя вы могли уже видеть, что испытания у нас включают не только приемы сдаточные, но и входной контроль литья. Литья, мы с вами были в лаборатории. Мы видели, как происходит цветная дефектоскопия. Мы с вами были, опять-таки повторюсь, на складе литья. Видели, как происходит входной контроль литья. Видели, как во время входного контроля проверяется химия, то есть на соответствие тому, что мы заказывали. И видели, как испытываются пружины, которые в дальнейшем как раз-таки устанавливаются в предохранительные клапаны, которые мы, собственно говоря, здесь собираем. Да. Евгений, если говорить все-таки о сборке и о тем же ваши слесаря, сборщики, как сегодня происходит контроль качества, качества вашей продукции? Как я уже сказал, контроль качества нашей продукции происходит на всех этапах, начиная от входного контроля и заканчивая приемом сдаточными испытаниями. Входной контроль включает в себя приемку литья, металлопроката, покупных изделий, таких как прокладочный материал, крепеж. Сверяются сертификаты, которые поступают вместе с сырьем на наше предприятие. Лаборатория разрушающего и неразрушающего методов контроля, которая, кстати, аттестована и аккредитована, да, что, на что стоит, на мой взгляд, обратить внимание, проводит комплекс мероприятий, назовем это так, которые включают в себя проверку химии, проверку механических свойств, если говорить о металле, проверяется твердость, проверяется целостность, скажем так, да, литья, то есть это скрытые дефекты, Игорь, спасибо. Выявляются скрытые дефекты, если литье, металлопрокат, крепеж в порядке, то оформляется акт, соответственно, в обходном контроле, и покупное сырье, покупные изделия отправляются, скажем так, в производство. Если выявляются какие-то несоответствия, такое, к сожалению, тоже бывает, то оформляется акт о несоответствии, и партия, соответственно, отправляется обратно заказчику, не принимается. Далее, после того, как мы получили и провели входной контроль литья и металлопроката, мы отправляем это все в механообрабатывающие цеха, в которых мы с вами уже побывали. Металлопрокат распиливается на ленточных пилах. Литье сразу поступает на металлообрабатывающие станки. То есть происходит механическая обработка литья. В процессе обработки контролируются, соответственно, геометрические размеры, которые мы получаем в соответствии с чертежами, которые нам необходимы. Этим занимается отдел технического контроля. После того, как деталь уже полностью обработана и все ее размеры соответствуют заданной документации, то есть конструкторской и технологической документации, то обработанная деталь поступает уже на сборку. Соответственно, на сборке, там, где мы с вами находимся, на сборке из, соответственно, готовых деталей происходит сборка изделий. Собранное изделие подвергается внешнему осмотру, так называемый визуально-измерительный контроль, на верность сборки, соответствие конструкторской документации. Проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность металла, на герметичность относительно внешней среды, на работоспособность. Проводится настройка, если это речь идет о предохранительных клапанах или, например, о запорной арматуре, скажем, с электроприводом, то есть происходит настройка. И происходит окончательная приемка в рамках приема сдаточных испытаний. Уже это герметичность затвора, как правило, контролируется. И опять-таки повторюсь, визуально-измерительный контроль, общую представляем, чтобы мы могли представить общую картину об изделии. После того, как изделие собрано, то есть это не конечный этап контроля, после того, как изделие собрано, оно отправляется на малярный участок, где наносится лакокрасочное покрытие. В последнее время
последнее время покупатели очень большое внимание уделяют качеству лакокрасочного покрытия. Поэтому мы не отстаем, соответственно, от требований наших покупателей и тоже построили новый малярный участок, где проводим, где наносим лакокрасочное покрытие и после этого проверяем толщину лакокрасочного покрытия, что в первую очередь является показателем качества. И при необходимости, если это указано в заказе, можем проверить адгезию и другие показатели лакокрасочного покрытия. Игорь? На самом деле впечатляет очень ваше производство, потому что, Евгений, вы сейчас перечислили практически все этапы того производства, которое должно быть массового, серийного производства или единичного. Вот в чем уникальность арматурного завода? Это предприятие, которое может выпускать как массовый продукт серийный, так и единичный. Евгений, один из самых важных вопросов. Скажите, пожалуйста, вот какая модернизация сегодня проводится у вас на сборочном участке? Мы видим, что люди у вас оснащены инструментом, что стоят очень достаточно надежные столы, то есть оборудование. Вот вообще, как проводится сегодня квалификация данного персонала? Но хотелось бы все-таки начать, отвечая на ваш вопрос, с того, какое у нас производство, массовое, серийное или единичное. В общем-то, у нас серийное производство, но в рамках нынешней ситуации на рынке и вообще это политика нашего предприятия изначально, мы очень внимательно относимся к единичным уникальным заказам. Я думаю, Игорь, вы знаете, что мы собирали довольно-таки уникальные изделия. Да. Это, например, предохранительные клапаны на высокое давление 320 килограмм. Это у нас довольно-таки уникальная по определенным характеристикам линейка из опорной арматуры. Вот. Если отвечать на вопрос по оснащению и модернизации, но наше предприятие не стоит на месте. Мы стараемся идти в ногу со временем, посещаем наши специалисты, да, посещаем специализированные выставки по трубопроводной арматуре, где мы вот с вами были, да, в частности, в городе Дюссельдорф буквально осенью прошлого года. Мы стараемся ездить на экскурсии на передовые заводы в нашей стране, на заводы, которые являются флагманами вообще не только арматуростроения, но и машиностроения. В частности, это, ну, могу назвать Челябинский кузнечно-прессовый завод. На нашем предприятии постоянно проходят технические аудиты заказчика, и мы постоянно учимся. Поэтому в ногу со временем идем, стараемся оснастить наши цеха, наших людей современным, безопасным, в первую очередь, оборудованием для того, чтобы они могли собирать для нас, для всех качественную арматуру. Замечательно. Спасибо большое, Евгений. Уважаемые друзья, я предлагаю перейти к показателю именно того самого качества, о котором сейчас нам рассказывал Евгений. Это испытательное оборудование. Дело в том, что в рамках программы модернизации в прошлом году арматурный завод приобрел ряд уникальных стендов. На один из них я приглашаю вас пройти в следующей серии. До встречи, уважаемые друзья, на испытательном оборудовании арматурного завода. С вами был Игорь Вилдашев и Галина Евгений. Удачи, друзья! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Игорь Юлдашев, и мы продолжаем серию видеорепортажей с производственной площадки «Арматурный завод город Уфа».
На самом деле арматурный завод город Уфа для нас ознаменуется предприятие нового типа. Предприятие, которое возникло и образовалось в новых экономических условиях. И, собственно говоря, показатель того, что предприятие работает и развивается, является строительство нового цеха. О нем мы уже писали и говорили, уважаемые читатели. Но сегодня мы его посетили. Сейчас мы находимся с Калининым Евгением на той площадке, которая была введена в строй буквально полгода назад. Вот вы видите вот это граффити, видите вот этих людей, видите оборудование, слышите эти звуки. Завод живет, завод развивается. И самое главное, он идет по пути российского арматуростроения, российского машиностроителя. Но более подробно о механообработке, о сердце предприятия арматурного завода расскажет нам исполняющий обязанности главного инженера Калинин Евгений. Евгений, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, дорогие друзья. Да, мы продолжаем серию репортажей о нашем предприятии. Вы побывали на складе литья, и сейчас мы находимся как раз-таки там, куда это литье поступает. Мы находимся в механообрабатывающем цехе. Мы его построили буквально за год, в конце прошлого года. Запустили. Цех занимает порядка 1000 квадратных метров. Здесь стоит механообрабатывающие станки, это токарные, сверлильные, фрезерные, карусельный станок. Здесь стоит испытательное оборудование, к которому мы еще подойдем с вами, Игорь, которое позволяет нам проводить испытания запорной арматуры номинальным диаметром до 1000 мм. Да, как вы сказали, завод растет, развивается, и этот цех является как раз-таки показателем этого развития. Евгений, если говорить все-таки о оборудовании, которое здесь используется, многие скажут, ну, кто в теме, что здесь используется Deep 300, достаточно такой уже закоренелый старичок, но в то же время боевой и надежный станок. Вот объясните, мотивируйте, расскажите, какое еще оборудование сегодня в эксплуатации у вас на механообработке, как первичной, так уже и чистовой. Да, Игорь, действительно, Deep 300 – это настоящий боец. Любой арматуростроитель и вообще машиностроитель вам скажет, что аналогов, наверное, этому станку нет. Это старое надежное оборудование, оно нам позволяет обрабатывать наши заготовки, наше литье как раз-таки с тем качеством, которое заложено. Помимо дипов, да, так называемых, у нас есть и станки с ЧПУ, на них мы обрабатываем различные тела вращения, шпинделя, втулки, седла, золотники. Мы можем тоже с вами, возможно, посетим этот цех. Если говорить о том оборудовании, которое стоит здесь, то одним из самых, наверное, уникальных, даже, скажем так, вообще в области арматуростроения является карусельный станок. Вы его сейчас в кадре не видите, он находится за камерой, он позволяет нам обрабатывать заготовки диаметром до 1500 мм, то есть это 1.5 метра. То есть это любая арматура диаметром 1000 спокойно устанавливается и обрабатывается. Именно эти станки такого плана нам позволяют выпускать в настоящий день трубопроводную арматуру больших диаметров. Замечательно. Дорогие друзья, я добавлю к словам Евгения, что на самом деле промышленник – это тот человек, который не только мыслит как производственник, но тот человек, который принимает производство. Знаете, мне часто говорят, на этом предприятии стоят старые дипы. Я сразу задаю вопрос. Уважаемые друзья, вы понимаете, что такое обдирка литья? Есть первичная механообработка, и механообработка уже чистовая. И, собственно, для каждого процесса лучше использовать то оборудование, которое наиболее подходит к нему. Если говорить о этом оборудовании, которое на нашем фоне работает, это надежное, проверенное время оборудование, которое идеально подходит для первичной механообработки. Если говорить о оборудовании, которое, как говорил Евгений, золотники, штоки, уплотнения и различные поверхности, которые требуют чистовой обработки, там уже подходят станки, конечно, с более подогнанными парами, более точные и, конечно, с ЧПУ. Но обо всем по порядку, уважаемые друзья. А если говорить о заделе арматурного завода, то мы понимаем, у вас в планах расширение амплитурного ряда именно по диаметрам и давлениям. Так ли это? Да, Игорь, действительно это так. То есть как раз-таки мы сейчас идем по этому пути. Мы с вами посетим стенды, которые, один из них находится в этом цехе. Он позволяет, как я уже сказал, испытывать арматуру диаметром до 1000 мм. И с вами посетим механосборочный цех, где собирают предохранительные клапаны. Там есть стенд, немецкий прекрасный стенд. Он позволяет испытывать арматуру номинальным давлением до 600 кг. Поэтому этот путь мы уже начали.
И останавливаться не намерены, только, как говорится, вперед расширению производства. На самом деле, уважаемые друзья, как сказал один наш партнер и коллега, производство, собственное производство, это как марафон. Ты начинаешь бежать, и ты понимаешь, что тебе надо ускоряться и преодолевать новые задачи, новые барьеры. И остановиться ты уже не можешь. Надо бежать до финиша. Раз назначил, так надо и как бы продолжать. Хотел бы также еще, Евгений, запросить у вас вопрос по поводу модернизации расширения. Собственно говоря, у нас есть информация, что завод дальше расширяется, что планируется введение новых мощностей. Да, Игорь, естественно, завод расширяется, как я уже сказал, мы идем по этому пути. Освоение новых видов продукции невозможно без освоения и запуска в эксплуатацию новых цехов. Есть планы на 2017-2018 и последующие года, но я думаю, что об этом пока говорить рано. Я считаю, что вы правильно заметили, что мы участники марафона, поэтому всему свое время. Спасибо большое, Евгений. Дорогие друзья, мы показываем вам российское производство, арматурный завод. Часто всплывают вопросы, такие предприятия, как развиваются, как они идут, почему они растут. Ну, собственно говоря, секрет тут прост. Есть собственники, которые грамотно вкладывают, инвестируют в это производство. Собственно, вот на одном из цехов такого производства мы сейчас находимся. Спасибо большое за внимание. С вами был Игорь Улдашев. Мы не прощаемся. До встречи с следующим репортажем с Калиной Евгением. Удачи, друзья. До новых встреч. Дорогие друзья, как я обещал, мы сейчас с Калиным Евгением, исполняющим обязанности главного инженера, находимся на другой площадке арматурного завода. Собственно говоря, за нашими спинами находится еще один испытательный стенд, более подробно о котором расскажет Евгений нам. И, собственно, я еще хочу добавить, что вокруг нас также находится уникальное оборудование. Чем оно уникально, сейчас с нами поделится Евгений. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, дорогие друзья. У нас есть довольно-таки уникальное оборудование для испытания арматуры. Вот за нашей спиной как раз-таки находится стенд для проведения гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры запорной номинальным диаметром до 1000 миллиметров. Номинальным диаметром до 1000 миллиметров. Помимо этого стенда мы можем здесь видеть за камерами, да, вы, Игорь, видите стенд, который позволяет нам проводить уникальные испытания на циклику, да, то есть арматурщики меня поймут, на циклику арматуры под давлением. То есть этот стенд зажимает арматуру, скажем, задвижку, может заполнять ее водой, и специальный привод, который цепляется за управляющий орган задвижки, нарабатывает циклику. Вот этот стенд нам позволяет внутри завода проводить приемочные испытания, периодические испытания и, в принципе, другие виды испытаний, которые в рамках которых, скажем так, необходимо проверять арматуру на циклику. Помимо этого, с помощью этого стенда мы можем экспериментировать с материалами, да, то есть мы можем в реальных условиях посмотреть, как задвижка себя поведет, скажем, с той или иной наплавкой. Вот такими стендами в настоящий момент мы располагаем, помимо, скажем так, классических, да, стендов, которые позволяют проводить приемо-сдаточные испытания гидравлические, пневматические, на прочность, плотность, работоспособность. Ну, дорогие друзья, как вы понимаете, то здесь проводятся испытания действительно не просто уникальные в том, что они имеют широкий диапазон, но и в том, что еще арматурный завод, не скрывая, ставит станки, стенды с запасом. То есть, как вы видите, диаметром 1000. Сегодня в номенклатуре арматурного завода, я насколько знаю, 500-й максимальный диаметр, да? То получается, вы на будущее уже с запасом ставите данное оборудование.
Игорь, нет, на самом деле 500-й диаметр для нас уже пройденный этап. Как я говорил, сейчас у нас есть карусельные станки, которые позволяют обрабатывать заготовки 1500 метров в диаметре. Поэтому сейчас арматура диаметром 1000 миллиметров вполне для нас решаемая задача. Замечательно. Ну, дорогие друзья, если будут у вас вопросы по поводу, делает ли арматурный завод арматуру 1000 миллиметров, то в совокупности всех фильмов, которые мы вам показываем, роликов, вы сможете понять, что делает действительно. Потому что есть оборудование, механообрабатывающее, есть литейный завод, есть уникальные конструктора и конструкторский потенциал, также в главе с Евгением. И есть люди, которые, в принципе, инвестируют в свою грамотность, свои знания, не только деньги, а именно опыт, который сегодня мы увидели здесь, и они могут разрабатывать и поставлять на российский рынок российский продукт. Евгений, самый главный вопрос, потому что мы находимся на участке испытания. По каким стандартам сегодня вы проводите испытания? Ведь это не только ГОСТ, потому что заказчики бывают привередливы и требуют дополнительные испытания. Да, Игорь, я понял ваш вопрос. Действительно, помимо ГОСТовских, скажем так, да, испытаний, мы можем проводить испытания, которые прописаны в единых технических требованиях, в общих технических требованиях наших заказчиков. Мы подготавливаем программу приемочных, приемосдаточных, различных видов испытаний, согласовываем ее с заказчиком, где прописаны, возможно, испытания несколько специфические, да, для арматуры. Но, тем не менее, мы их можем проводить. Как вы видите сами, наше оборудование позволяет проводить практически любые виды испытаний. Это и пневматика, и гидравлика, и ресурс. Поэтому в настоящий момент мы можем удовлетворить любые требования заказчика по испытаниям, вплоть до того, что мы составляем совместную программу, методику испытаний, подписываем ее с нашей стороны, согласовываем с заказчиком и по ней работаем в дальнейшем. Спасибо вам большое, Евгений. Уважаемые друзья, на самом деле рассказать о испытательном оборудовании можно очень долго, в соответствии с стандартом, нормам идентичности, видом испытания. Но я думаю, что все эти соответствия в едином объединяются в продукте арматурного завода. Поэтому я предлагаю вам переместиться дальше по прогулке по этому предприятию. Дорогие друзья, с вами Игорь Юлдашев, и мы продолжаем серию видеорепортажей с производственной площадки арматурного завода город Уфа. Сейчас мы с Калининым Евгением, исполняющим обязанности главного инженера, находимся около обновленного модернизированного испытательного оборудования. Дело в том, что в рамках модернизации компания «Арматурный завод» приобретает постоянно новые виды оборудования. Но более подробно о новинке нам расскажет Калина Евгений. Евгений, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. По поводу оборудования. Мы находимся действительно возле уникального стенда для испытания предохранительных пружинных клапанов. Этот стенд мы приобретали в рамках модернизации, как вы верно заметили, Игорь, для испытания предохранительных клапанов на очень высокое давление. Этот стенд нам сделали по специальному заказу наши партнеры в Германии, фирма Metrus. И этот стенд позволяет производить настройку и испытание предохранительных клапанов на давление до 600 кг на квадратный сантиметр, как водой, так и воздухом. Игорь? Евгений, если все-таки говорить о надежности данного оборудования, вы уже эксплуатируете его, наверное, с полугода, как я понимаю, возможно, чуть больше. Ваши вообще впечатления и, собственно говоря, почему именно Metrus? Да, Игорь, мы на самом деле эксплуатируем его чуть больше, чем полгода. Мы проводили на нем испытания, как я уже упоминал в предыдущем репортаже, уникального оборудования. Это предохранительные клапаны на давление 320 номинальным диаметром 100 мм. Почему Metrus? Потому что это один из самых надежных и передовых фирм, да, который производит испытательное оборудование. По качеству оборудования нареканий нет абсолютно никаких. Помимо того, что мы производим на этом стенде испытания уникального оборудования, мы также его в полной мере используем для настройки испытаний серийной продукции. Хотелось бы еще добавить, что помимо всего того, что было сказано выше, цена и качество, именно это соотношение подтолкнуло нас на выбор именно этого стенда. Замечательно. Дорогие друзья, на самом деле это не единственная обновка и новинка компании «Арматурный завод» по испытаниям и контролю качества. Я предлагаю пройти немножко дальше по вашему производственному участку и ознакомиться также с другим оборудованием. Мы ждем вас в следующем сюжете. Вперед, друзья!
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами представитель арматурного завода город Уфа, исполняющий обязанности главного инженера Калинин Евгений. Мы продолжаем обзор нашего предприятия. И сейчас мы с вами находимся в новом малярном цехе, где происходит покраска изделий. Вы видите уже готовые изделия за моей спиной. Мы находимся в сушильной камере, эти изделия уже покрашены и в настоящий момент сушатся. Это малярная площадка была построена нами в 2016 году и пущена в эксплуатацию в январе 2017 года. Она позволяет нам, эта лакокрасочная камера позволяет нам наносить лакокрасочное покрытие на наши изделия примерно с интенсивностью 50-60 изделий в час, в зависимости от их типа размера. Мы используем различные лакокрасочные покрытия, включая защитные покрытия на основе цинка. Также мы можем наносить лакокрасочные покрытия по требованию наших заказчиков. Основными цветами краски, которыми мы пользуемся, это являются отличительные цвета, прописанные в нормативно-технических документах. Это синий цвет для легированных сталей, голубой цвет для коррозионно-стойких сталей и специальные покраски по требованию потребителей. Дорогие друзья, также хочу отметить, что данный лакокрасочный цех позволяет нам окрашивать изделия номинальным диаметром до 300 мм. При этом отмечаю, что эти изделия окрашиваются именно в конвейерном варианте. То есть вы видите сейчас изделия, задвижки клиновые, клапаны обратные, которые покрашены на конвейере. И вот именно конвейерным способом мы можем окрашивать наши изделия номинальным диаметром до 300 мм, как я уже сказал до этого. Для нанесения лакокрасочного покрытия на изделия более 300 мм у нас предусмотрена отдельная специальная лакокрасочная камера, которая находится в другом месте нашего предприятия. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Игорь Елдашев, и мы продолжаем серию видеорепортажей с производственной площадки арматурного завода город Уфа. Сегодня моим собеседником будет директор по качеству арматурный завод Дмитрий Анатольевич Работягов, который нам поделится о системе качества и, собственно говоря, философии производства на арматурном заводе. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич, рады вас приветствовать. Ну, собственно говоря, первый главный вопрос, расскажите о системе качества, которая организована на вашем производстве. Значит, у нас действует система качества, которая обеспечивает надлежащий контроль за качеством и обеспечивает необходимое качество той продукции, которую мы выпускаем. Значит, она включает в себя служба качества нашего предприятия. Это, значит, входной контроль на этапах начала производства, то есть входной контроль полуфабрикатов, заготовок, отливок и прочей продукции, которая поступает на наш завод. Затем, значит, контроль осуществляется в процессе производства, то есть по операционный контроль изделия, по всем этапам производства. Значит, следующий этап идет окончательный контроль и приемочные испытания продукции. Значит, здесь производится контроль сборочных операций нашей продукции и проведение приема сдачных испытаний. Затем продукция поступает на окрасочный участок, где производится контроль нанесения покрытия, лакокрасочного покрытия, то есть проверка адгезии, проверка толщинометрии покрытия и соответствующее общее качество покрытия дается. После чего, значит, осуществляется изготовление сопроводительных документов, это паспорта руководства по эксплуатации и другие необходимые документы, которые запрашивают наши потребители. И это все изготовлено, устанавливается на нашу продукцию. И в последующем производится отгрузка потребителю.
Дмитрий Анатольевич, если все-таки говорить о системе менеджмента качества, как мы знаем, что арматурный завод соответствует ISO 9001. Это, уважаемые друзья, как вы знаете, многие такой распространенный стандарт. Но что заключается по системе ISO именно в соответствии в вашем производстве? То есть на основании системы менеджмента качества серии 9001 на нашем предприятии разработаны стандарты организации, то есть необходимые инструкции и другие нормативные документы, по которым производится контроль, то есть производится процесс производства проходит и производится контроль качества на нашем предприятии. То есть это такие основные стандарты, как выбор, начинается выбор, оценка поставщика, то есть один из основных стандартов, затем проведение входного контроля, контроль качества на всех этапах производства, стандарты по несоответствующей продукции, то есть порядок выявления и обращения с продукцией, несоответствующей установленным требованиям, маркетинговая деятельность, то есть все основные стандарты, которые необходимы в процессе, в стадии производства нашей продукции. Угу. То есть, вот, собственно, то, что я его перечислил, то есть еще дополнительные определенные стандарты у нас есть. Угу. Замечательно. Если все-таки говорить о производимых продуктах на заводе, какие сегодня наиболее востребованы, по вашему мнению, являются продукты, которые производятся на арматурном заводе? И если говорить, в чем их, скажем так, ценность, в чем их преимущество для конечных потребителей, по вашему мнению? Ну, основной вид продукции у нас, это как и начиналось, то есть производство начиналось с изготовления предохранительной арматуры, распределительной, блочной арматуры. То есть основной критерий, то есть основной продукции, по которой мы можем конкурировать с другими производителями, это, конечно, вот предохранительная и блочная арматура. Значит, в данный момент развивается производство, развили производство задвижек, то есть запорной арматуры, клапанов обратных, то есть обратной арматуры. И продолжаем развиваться в плане изготовления запорной арматуры. Это кранов, шаровых, значит, затворов дисковых. И ну, пока на данный момент вот такой арматуры. До диаметров и давлений? Значит, диаметры от 25 диаметром до диаметра, в зависимости от того, от какого вида арматуры. Для предохранительной это от 25 до 300 диаметром, давлением от 16 и до 320. Значит, по запорной арматуре это от диаметров 15 миллиметров до 1000 миллиметров, значит, давление, ряд давления идет от 16 до 250. То есть такая номенклатура в нашей продукции. Отлично. А если говорить все-таки о специфической арматуре, вот вы называете высокие давления, мы знаем, что вы производите для высоких температур агрессивный сред. Существует ли какой-то дополнительный перечень жестких стандартов по требованиям именно этой арматуры? Если да, то какие? Значит, существуют технические условия, на основании которых производится выпуск нашей продукции. Что такое технические условия, я вам немножко подробно расскажу. Технические условия – это основной нормативный документ, разработанный на основании ГОСТов, ОСТов и других нормативных документов, в котором заложены основные технические требования, характеристики к выпускаемой продукции. То есть это каково, это область назначения этой продукции, область применения, то есть на какие давления, на какие диаметры это рассчитано, то есть арматура изготавливается, то есть показатель надежности, методы приемки и другие показатели, которые все отражаются в технических условиях. Кроме этого, наша продукция соответствует требованиям таких основных российских потребителей, как «Газпром», «Роснефть», «Башнефть» и других игроков нефтегазового рынка и нефтепереработки. Замечательно. Если все-таки сегодня говорить о модернизации, мы знаем, что в 2016 году, в конце 2016 года, вы анонсировали запуск нового производственного цеха. Можно более подробно, что собой представляет этот производственный кластер и как он влился в общую схему производства арматурного завода? Ну, это идет расширение, опять же, линейки запорной арматуры, то есть цех предназначен для изготовления запорной арматуры задвижек диаметром до 700 мм, а также кранов шаровых,
тоже диаметром до 700 мм, и затворов дисковых в перспективе. То есть это отдельное подразделение, которое оборудовано специальным оборудованием, то есть обеспечено там установок специального оборудования для изготовления вышеперечисленной арматуры. Замечательно. Ну, уважаемые друзья, на самом деле вы могли уже ознакомиться в видеорепортажах, которые мы разместили на портале armtor.ru, о специфике, о оборудовании и, конечно, о применяемости его. Это испытательное оборудование диаметром до 1000 мм. Это и оборудование, которое имитирует ресурсные испытания. Это оборудование, которое специально предназначено для настройки испытаний предохранительных клапанов. А также и механосбромочное, и механообрабатывающее оборудование. Если все-таки сегодня отнестись к цифрам по контролю качества, операционному контролю на механообрабатывающем оборудовании. Сегодня у вас есть какое-то разделение по классам, можно сказать, там, предохранительная арматура, запорная арматура и по оборудованию. То есть вот у вас есть обычные станки механообработки, есть ЧПУ. Расскажите вообще про специфику контроля качества за изделиями. Я, может быть, повторяюсь, уважаемые друзья, но это очень важный момент именно системы ОТК, работы качества. Значит, система качества, то есть система работы ТК заключается в следующем. Есть определенная, то есть механическая обработка производится, предварительная, то есть процентное соотношение до 30% контроля выборки производится. Значит, на финишных операциях, финишные операции, которые идут непосредственно перед сборочными операциями, финишных операциях токарных, производится до 100% выборки по контролю. Значит, затем сборочные операции 100% идет выборка, полностью проверяется. И приемо-сдача испытания тоже в 100% объеме производится выборка для контроля. Если говорить о проценте брака, каков сегодня процент выбраковки уже готовых изделий на стадии их обработки, в том числе и литейных отливок заготовок? Если говорить о проценте выбраковки, значит, ну это чисто внутренняя информация, которую мы ее постоянно просчитываем, то есть проводим анализ. Значит, в целом могу сказать, что в настоящее время в перспективе этот процент уменьшается. То есть как процент внутреннего брака, так процент внешнего брака, который возможен у потребителя. Хочу отметить, что арматурный завод — это не только механообрабатывающее производство, но еще производство отливок. То есть, как вы убедились до этого при посещении ООО «ГЕФЕС», то есть нашего литейного завода, то есть производство отливок — это основной критерий качества дальнейшей арматуры. То есть если качество отливок будет соответствующее, соответственно будет соответствующее качество и изготовляемая арматура. Дмитрий Анатольевич, немножко поясню, то есть, уважаемые друзья, как вы, может быть, еще ранее видели, мы разместили репортаж с производства «ГЕФЕСТ», который вошел в структуру арматурного завода в конце 2016 года. Вообще, 2016 год стал показательным для предприятия «Арматурный завод». Был построен новый цех, куплен, приобретен актив «Литейный завод», произвелась модернизация оборудования. Но все же, вернуться к отливкам. Как сегодня проводится контроль качества отливок уже у вас на арматурном заводе? Все отливки, поступающие на наше предприятие ООО «ГЕФЕСТ», проходят 30% контроль входной в обязательном порядке, при котором определяется химический состав материалов, отливок, которые поступили, механические свойства, такие как испытания на растяжение, на ударную вязкость. Значит, и необходимые, согласно конструкционной документации, необходимые испытания по неразрушающему контролю. Угу. Это такие, как цветная дефицископия, ультразвуковой контроль, магнитно-порошковая дефицископия. Ну и, естественно, основной вид контроля – это визуально-измерительный контроль, который проходит 100% наши отливки. Иными словами, проводится полный спектр неразрушающих видов контроля. И что самое главное, уважаемые друзья, вот я так понимаю, что 30% – это гарант того, что отливки будут действительно целостны. Да, это заложено в инструкциях по входному контролю. На каждый вид отливок, то есть материалов, есть инструкция по проведению входного контроля, где заложен объем для проведения контроля. И какие виды контроля там проводятся. Это заложено в технологических инструкциях по входному контролю отливок.
Учитывая специфику отливок, то есть изделий, получаемых методом литья, особое внимание уделяем при входном контроле, ультразвуковому контролю радиальных патрубков для всей арматуры, которая поступает на наше предприятие. Замечательно, уважаемые друзья, наверное, вы уже в курсе, что радиальные переходы патрубки – это такое место сопряжения, где концентрируются самые большие именно напряжения, и, можно сказать, растрескивание литья начинается оттуда. Ну, по сути, это такой контроль полноценный, и, что самое главное, он производится уже здесь, на арматурном заводе, именно перед тем, как поступить на обработку. Спасибо вам большое, Дмитрий Анатольевич, за разговор, за беседу. На самом деле, уважаемые друзья, говорить о арматурном заводе можно много, потому что это молодое предприятие, оно постоянно модернизируется, развивается, и я все-таки предлагаю многим потребителям, конечно, посетить это предприятие, тем более оно находится недалеко от города Уфы, с башкирским гостеприимством, я думаю, вас тут встретят. Дмитрий Анатольевич, один из заключительных вопросов нашей сегодняшней встречи – это ваше пожелание. Пожелание клиентам, коллегам и, конечно же, партнерам арматурного завода. Но основное пожелание, конечно, хотелось бы работать плодотворно в дальнейшем, то есть взаимовыгодное сотрудничество иметь со своими потребителями. Желаю всем нашим потребителям, всем нашим партнерам, ну, естественно, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, всех благ. Так как вы являетесь нашими заказчиками, я думаю, дальнейшей плодотворной работы совместной вместе с нами. Так как арматурный завод – это гарант, во-первых, качества выполнения всех обязательств перед вами. Готов подтвердить в наших отношениях. Спасибо вам большое за встречу и за интересную беседу. Уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня мы вели экспресс-репортаж с Дмитрием Анатольевичем Работяговым, который является директором по качеству. По сути, он свидетель ОТК, человек, который сегодня соблюдает не только нормы контроля качества, но который, собственно, смотрит ту продукцию и выбирает самое лучшее для вас, для конечных потребителей арматурного завода. Спасибо еще раз вам за встречу. Удачи, успехов, развития. Спасибо. И до новых встреч. Спасибо. Удачи, друзья. С вами был Игорь Улдашев. До новых встреч, новых репортажа. Успехов! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Игорь Елдашев. И мы начинаем серию видеорепортажа с одного из российских предприятий, литейных предприятий, по производству отливок для трубопроводной арматуры. Речь пойдет сегодня о заводе «Гефес», город Набережные Челны. А мы неспроста посетили это предприятие, потому что оно недавно вошло в состав арматурного завода уфимского предприятия по производству трубопроводной арматуры. Ну, как и любое литейное производство, все начинается с оснастки. Именно оснастка, цех оснастки определяет, насколько большой объем и насколько крут завод по литейному производству. Сегодня нашим собеседником будет главный технолог завода «Гефес» Осипов Евгений, который более подробно расскажет о цехе оснастки и, конечно, материалах, применяемых в нем. Здравствуйте, Евгений, рады вас видеть. Ну и, собственно говоря, начинаем наш репортаж с первого вопроса. Расскажите несколько слов о цехе оснастки и вступительное слово о заводе «Гефес». О, «Гефес» работает с 2003 года. Занимались раньше жаропрочной оснасткой, сейчас переквалифицировались на производство арматуры. В данном цехе вы видите производство модельных комплектов. В основном это производится из пластика, западного производства, такие как «Ренишейп», такие как «Обмодулан», ну и отечественного производства «Капролон», полиамид шестиблочный. У нас здесь на производстве модельной оснастки имеется два полноценных станка. Это центральные ЧПУ станки. Позади вас находится хардинг. Там мы делаем мелкие и средние детали. Позади меня находится Сигма, где мы делаем детали более крупные, с размером метр на полтора, высотой до 500 миллиметров. Производим также оснастку из наращивания дерева. Но дерево у нас как служит как фанера. Мы наносим это слоями, наращиваем, склеиваем. Тоже, в принципе, возможно произвести какие-то модельные комплекты на получение до 100 съемов. Евгений, а чем обосновано изготовление оснастки из модельного пластика? Ведь это не дешевое удовольствие. И, скажем мягко, многие литейщики используют деревянную оснастку в своих стержнях. С пластиком мы начали работать с самого начала.
так как у него довольно-таки высокая точность, можем снимать множество съемов, где-то порядка 5000. С деревом это сделать невозможно. Дерево требует с собой определенные условия хранения в определенных температурах. Мы решили как бы не отклоняться в эту тему, сразу начали работать с пластиком. Храним его довольно-таки длительное время, оснастку не ремонтируем, так как она не изнашивается. Да, конечно, пластик имеет высокую цену, но у него довольно-таки высокая точность. Это нас вполне устраивает, поэтому приняли решение работать именно с пластиками. Ну, а если говорить все-таки о качестве обработки оснастки, как у вас происходит контроль качества? Потому что от оснастки зависит, собственно говоря, и будущая отливка. Дело в том, что мы действительно проводим после каждого съема оснастки измерительную проверку. Все это проверяется на размерную точность. Перед запуском оснастки в производство мы проводим по ней опытно-экспериментальную заливку, где проверяем полностью геометрию отливки, проверяем ее качество, смотрим литейные дефекты и в дальнейшем уже принимаем решение о ее запуске в производство. Замечательно. Евгений, если все-таки говорить сегодня о людях, которые работают на этих станках, это не просто же токаря, слесаря, это не просто люди, которые пришли с техникума к вам. Как проходит обучение данного персонала? Персонал у нас подбирается с опытом работы. Мы принимаем молодых людей, у нас довольно-таки молодой коллектив, как вы заметили. Все они обучены, имеют определенные документы и право работать на таких центрах, поэтому с этим у нас проблем нету. Замечательно. Уважаемые друзья, я хочу добавить, что мы сюда приехали уже на второй день, и постоянно здесь крутятся станки. То есть это видно, что ваше предприятие загружено. Какой сегодня объем, так скажем, в штучном, в единичном, в весовом потенциале вы выпускаете для своего литейного производства? Именно в цифрах, пожалуйста. Режим работы у нас двухсменный. Работаем мы по 8 часов. Как вы заметили, станки у нас действительно работают практически круглосуточно. Выпускаем мы оснастку в зависимости от тех задач, которые нам ставит наш потребитель. Это месячный план, но насколько по последнему году брать статистику, то это порядка где-то 10 комплектов готовой оснастки в месяц. Замечательно. Ну и, конечно, вопрос такой на засыпку, наверное, как главному технологу. Какое количество сегодня типа размеров номенклатуры вы можете отливать здесь, на вашем производстве, то есть выточенные оснастки? Какое количество уже типа размеров? Типа размеров у нас сейчас сосредоточено до 300-го диаметра. Это от 25-го, самого минимального, до 300-го. Мы практически освоили всю номенклатуру предохранительных клапанов, всю номенклатуру переключающих устройств, всю номенклатуру копов обратных поворотных, это от 25-го до 300-го. И в этом месяце мы уже начали осваивать более новые виды продукции, такие как затворы дисковые. Это все производится тоже на нашем участке. Всю оснастку, которую вы увидите в дальнейшем в нашем репортаже, мы сделали здесь, на этом участке. Со стороны оснастку мы не закупаем, все делаем своими силами. Иными словами, у вас ваше литейное производство полного цикла, от оснастки и заготовки, готовой заготовки. Евгений, мы знаем, что арматурный завод анонсировал в прошлом году освоение запорной арматуры, то есть задвижек клиновых. Сегодня выпускается ли оснастка для данного типа? Да, в 2016 году арматурный завод начал производство задвижек клиновых литых. Мы полностью начали производство, это тоже вот от 25-го до... На сегодняшний день до 300-го диаметра мы освоили. Также мы делаем все комплектующие к этим задвижкам. Это клинья литые, упругие, это также крышки, стойки и сами корпуса. Все это сделано здесь. Замечательно. Спасибо вам большое за презентацию, уважаемые друзья. Я также хочу добавить одно, что на самом деле вот многие говорят, что в России невозможно создание собственного литейного производства, или оно будет уступать чем-то зарубежному. В этой серии видеорепортажа мы вам в лишний раз, еще раз докажем, что на самом деле такое производство сегодня существует. Оно существует не просто как на аутсорсинге или как независимая единица, оно уже входит в состав арматурного завода и литейного завода ГИФЕС. То есть это единый конгломерат, это такой вот союз. Больше вы услышите и узнаете в следующих репортажах. А я предлагаю с Евгением перейти к следующему нашему репортажу, к следующей серии, где вы больше подробно узнаете о литье. Литье, произведенном в России, для России и на российской территории. Спасибо. Идем дальше. Удачи, друзья.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Игорь Илдашев, и мы продолжаем серию видеорепортажей с производственной площадки литейного завода «Гефест», город Набережные Челны, который входит в состав арматурного завода город Уфа. Сегодня мы с главным технологом Евгением Осиповым расскажем вам о технологии вакуумно-пленочной формовки. Многие арматуростроители уже не раз слышали про эту технологию, но слышали в новостях, в обзорах, в интервью. Как она выглядит, как она работает и в чем заключается основной принцип вакуумно-пленочной формовки, сегодня нам расскажет Евгений. Евгений, здравствуйте, вам слово. Мы находимся сейчас на линии вакуумно-пленочной формовки, где на заднем плане осуществляется сборка опок. Впереди нас, позади стоит собранные опоки. Технология довольно-таки проста, как бы это ни казалось сложным. Сухой песок, попадая на пленку, закрывается с помощью вакуумных насосов, подается разрежение вакуума, песок притягивается и за счет вакуума держится в непосредственной форме. Такая формовка дает свои преимущества, потому что мы имеем форму без любого отвердителя и содержания смолы. То есть в форме, по сути, кроме пленки сухого песка и стержня под отливку, ничего больше не присутствует. Она довольно-таки экологичная, она довольно-таки чистая, дает чистую поверхность и дает высокую точность отливки. Евгений, если говорить все-таки о объемах вакуумного пленочного производства, как мы понимаем, что оно составляет у вас основу? Да, совершенно верно. 90% отливок, которые мы на сегодня выпускаем, получается с помощью этой линии. А еще 10% у нас имеется подкронинг процесса, вот мелкое литье до килограмма, где как раз работает технология по нагреваемому ящику. В перспективе у нас освоение холодно-твердеющих смесей, но сегодня мы уже начали работу по безопочной формовке, но основная линия у нас это вакуумно-пленочная формовка. Замечательно. Все-таки если говорить о диаметрах, о давлениях, о деталях, это основной как бы сегодня показатель вашего завода. Какие здесь детали формируются, какие выплавляются в основном? Детали формируются, если по номинальному диаметру, это от 25 до 300. А если говорить о давлении, то это от 16 буквально до 320. То есть, иными словами, это все продукция арматурного завода город Уфа, и делается она собственными силами. Оснастка здесь у вас, а стержни, то есть формируется вся смесь. Иными словами, ваш завод «Гефест» – это завод полного цикла. Совершенно верно. Мы являемся основными поставщиками арматурного завода город Уфа. На сторону мы отливки не поставляем. Все, что вы видели ранее, от изготовления оснастки до готовой продукции, все делается в рамках этого цеха на существующем оборудовании. Замечательно. Ну и тоже немаловажный вопрос. Как сегодня проходит контроль качества на этом этапе? Что контролируют? По каким параметрам? А на данном участке при вакуумно-пленочной формовке контролируется первичный этап наложения самой пленки, простановка стержней, разрежение самого вакуума непосредственно при заливке и выдержка вакуума после того, как произвели заливку и до ее кристаллизации. Замечательно. Но вы сказали в начале нашей беседы, что планируется в рамках модернизации увеличивать литейное производство в сторону ХТС. С чем это связано? Это связано с тем, чтобы нарастить объемы производства. Дело в том, что данная существующая линия имеет свой потолок, который мы на сегодня достигли. В рамках модернизации и освоения холодно-твердеющих смесей нам это позволит добавить порядка не менее 20 тонн годной продукции для нужд арматурного завода. Это как раз речь о том, что мы с вами говорили о покупке печи на одну тонну, о модернизации последующей, в том числе увеличение объемов модельного производства. Совершенно верно. Мы приобретем однотонновую печь, и под эту однотонновую печь мы приобретаем также опоки с размерами 2 на 2 метра. 1,5 на 1,5 – это второй комплект светопок. Замечательно. Спасибо большое. Уважаемые друзья, я хочу добавить только одно, что на самом деле мы приехали сюда, чтобы показать вам, откуда берется литье у такой компании, как арматурный завод. Знаете, часто приходится слышать, что некоторые российские заводы грешат Китаем. Ну, не знаю, имеет ли отношение к арматурному заводу или нет, но я вижу, что здесь действительно производится в больших объемах литейная продукция. На протяжении всей серии видеорепортажей, которые мы здесь проводили, времени, которое мы здесь находились не один день, можно сказать, что производство не останавливалось, оно постоянно работало. Люди уходили на полчаса пообедать и выходили снова.
К чему это я все говорю? Да к тому, что просто в России существует собственное производство, начиная от заготовительного, заканчивая полностью механообработкой. Евгений, спасибо вам большое за рассказ. Ну и в заключение крайний вопрос. Он, наверное, связан все-таки с планами. Планами вашего завода на 2017 год. Вы вошли в состав арматурного завода. Планируете ли вы продажу литейной заготовки на сторону? Перспективы, конечно, мы имеем такое желание, но в первую очередь мы подстроимся под решение руководства арматурного завода. Если такая возможность будет, мы, конечно, всегда рады поставлять заготовки и другим предприятиям. Я как понимаю, вы готовы также в перспективе варить разнообразные сплавы и стали, потому что возможности у вас тут впечатляют. Совершенно верно, мы имеем возможности, и я надеюсь, что мы воплотим эти возможности в жизнь. Спасибо вам еще раз большое. Уважаемые друзья, напоминаю, что с вами был Игорь Юлдашев. И мы ведем прямой видеорепортаж с литейного производства «Гефец». В следующей серии мы вам покажем, как происходит заливка вот в эти формы вакуумно-пленочные и разливка металла. Это очень интересно. Пожалуй, это апогей всей нашей встречи, всех наших видеорепортажей. Потому что на самом деле вы своими глазами в них смогли увидеть, как организовано литейное производство арматурного завода. Дорогие друзья, с вами Игорь Алдашев, и мы продолжаем серию видеорепортажей и обзоров с литейного завода «Гефец», город Набережные Челны. Сейчас мы сегодня расскажем вам про технологии холодно-твердеющих смесей. На самом деле ничего уникального в этой технологии нет. Я считаю, что на предприятиях подобному заводу «Гефец» внедрение этой технологии – это определенный шаг вперед. Вот сейчас в руке я держу модель клина для задвижку. То есть, грубо говоря, это одна из продукций, которая применяется на арматурном заводе город Уфа. Но более подробно о технологии ХТС и, конечно же, дальнейших планах модернизации завода нам расскажет технолог Осипов Евгений. Здравствуйте, Евгений, вам слово. Мы сейчас присутствуем на участке ХТС. Это холодно-твердеющие смеси. Получаем стержня для получения внутренних полостей отлив. Для таких различные композиции представлены тут, такие как ЗКЛ, копы, ЭКПП, корпуса для регулирующей арматуры, предохранительные устройства. Технология довольно-таки проста. Берется смола, все материалы отечественные. Мы используем смолу отечественного производства. Это Уралхимпласт Нижний Тагил. И используем также огнеупорное покрытие средневолжской химической компании город Тольятти. В дальнейшем нами здесь, на этом участке, будет проведена модернизация, которая позволит нам получать не только стержня, но и большие формы. Мы будем получать это с помощью нового оборудования. Это смеситель периодического действия, тоже отечественного производства. Это ЛИТМАШ-прибор, город Липецк. Он будет поставлять нам смесь от 1 тонны до 5 тонн в час. И получать мы будем опоки со светом 1500 на 1500, высотой 500. И, соответственно, большего еще размера. Это 2 метра на 2 метра и высотой 750 миллиметров. Тем самым мы сможем получать в 2017 году такие задвижки до 400 диаметра спокойно. Замечательно. Ей, вот на самом деле я неспроста начал наш репортаж с образца. Это клин. Какие еще детали вы сегодня здесь, технологии ХТС, применяете для изготовления отливок? Ну, как вы сказали, это клинья, это стойки к задвижкам, это крышки к задвижкам до 300 диаметра. Также это клапана предохранительно-пружинные, тоже все модификации практически нами освоены. Также это предохранительное устройство, переключающие клапана, я уже сказал. Задвижки клиновые литые, сами корпуса. Это копы, клапана обратные, поворот предохранительные. И также нами еще освоено, но пока не в полной мере, это импульсное устройство предохранительное.
Замечательно. Ну и если говорить, конечно же, о людях, которые сегодня заняты в процессе, расскажите немножко о подготовке этих людей, собственно говоря, чем они здесь занимаются. Ну, показать вот эту готовую деталь и сказать, что это ХТС, это не сказать ничего. Как происходит процесс вообще сам по себе? Ну, люди у нас работают подготовленные. В основном, конечно, это женщины, девушки. Все имеют опыт производства стержней. Все работают уже давно у нас на производстве. Но также, как вы видите, у нас есть и молодое поколение, которое пришли в последние годы. Все это идет по передаточному звену. Более старшее поколение передает свой опыт более младшему поколению. Замечательно. Уважаемые друзья, на самом деле, вот я не перестаю говорить и буду говорить до конца этого репортажа, что литейная школа в нашей России, в нашей стране, она осталась. Что она не была уничтожена полностью. Вот такие вот города, как Набережные Челны, которые хранили традиции литейщиков, они остались, они работают. Судя по гулу, который раздается у нас за спинами, впереди, сбоку, вы можете судить по этому производству. Оно идет, оно не останавливается, и оно модернизируется. Евгений, заключительный вопрос. Скажите, пожалуйста, какой у вас сегодня объем стержней сегодня изготавливается на вашем предприятии в настоящий момент? Ну, объем по стержням у нас большой. Дело в том, что мы еще заготавливаем это на будущие поставки, на будущие планы. Если учесть то, что у нас имеется месячный план на не менее 60 тонн годной продукции, то стержней мы выпускаем практически вот на этот объем. То есть это получается основной ваш процесс литья? Да, совершенно верно. Как вы видите, сзади нас есть небольшой запас стержней. Мы независимо от того, что у нас никаких-то стержней не хватает. Как формируется план, у нас есть небольшой запас, чтобы начать. И в процессе уже работы месячно идет сама уже подготовка, докомплектовка к тому объему, который нам требуется. Замечательно. Спасибо вам еще раз. А, уважаемые друзья, на этом я сегодня заканчиваю наш репортаж. Но хочу добавить последнюю сегодня фразу, что на самом деле российский машиностроитель, он поднимает голову не только благодаря импортозамещению, а потому что у него есть грамотные собственники, производственники, люди, которые готовы инвестировать и разрабатывать не технологии ничем не хуже, чем западные. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Игорь Олдашев. И мы продолжаем серию репортажей с литейного завода ГФС, город Набережные Челны. Удачи, друзья. До новых встреч.